Приветствую вас, земляне. С вами Сенсей. Давайте сегодня продолжим игру. Как она там? Титан Фол. Наверное, да? Титан Фол. Хочу сразу всех поблагодарить, кто заходит на мои каналы. И большая благодарность всем тем, кто переходит и смотрит на Ютубе. Этим вы меня поддерживаете, что смотрите на Ютубе. Сейчас мы так коротенечко, минут на 50 затянем это дело. Игрушка просто улет. Поэтому переходите на Ютуб и поддержите меня. Ну, если уж подпишетесь, это уж вообще. Так, я робокопом играю, что ли, да? Я уж что-то забыл все кнопки-то. Блин, вообще прыгает-то. Это наш, блядь, куда ты стреляешь? Черт, блядь, на башку мне еще сядь. Да уйди ты отсюда, тупица ты глупый, блядь. Опа, ребятки, получайте, фашисты. Смотрите, смотрите, они прям дерутся, прям дерутся. Ладно, хоть не едут, а только дерутся. Но. Все, бесчестили. Замечен вражеский титан. Атакую. Тра-та-та, тра-та-та. Я веду с собой кота. Пора с тобой покончить. Ну все, дружок, отваливай. Так, а джит? Что такое джит? Я не пойму. Смотрите, он все не сдохнет никак. Гнида казематская. Титан врага уничтожен. Ядро активировано. Че это за ядро? Ё-моё, подожди, куда? Да подожди ты стрелять, пес ты вонючий, блядь. Ничего себе, вы видели, да? Контора пишет-то. О, погнали наши городские. Так, где у нас активация ядра? Мне очень понравился этот примочка. Где этот барбос? Это кто? Кто наш это? А кто мне в седалище-то? Вот этот барбосик. Легофрен, блядь. Там ведь сидит этот черт, который там всем рулит. А он поднимает, интересно, у них что-нибудь? Куда? Атакую вражеского титана. Блять, быстрее кукушник свою. Включаю режим пилотирования. Слышите, что-то у меня не получается X-то опять. На ворот опять сделать. А он бьет, да? А, он бьет. Оп, смотри, сюда встанет. Встаньте, 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 круг. Кто стреляет в нас? Это кто такой? Это наш. А, там он, мерзавцы. Далеко собрался, пилот. Не в мою смену. На! В седалище тебе. Ядро готово. Смотрите, он какой шустрый, да? Смотрите. Оба! Даже я ничего не нажимаю вообще, лупит там. Сам, блядь. Вообще ничего не надо нажимать, он просто сам. Вот G, что такое у меня F? Подождите, надо F на G поменять, потому что что-то у меня это... Далеко больно лазить. Так, а где у меня кнопки-то вообще менять? Способность Титана, F и G. А, ну значит F надо нажимать, он что мне он пишет? Да ладно, пес с ним. У меня что-то ни разу так и не получилось. Опа. Пилот, на данный титан установлено улучшенное вооружение. Это может дать нам тактическое преимущество. Какие вы молодцы. Давайте посмотрим, что у нас тут за срач. Ух ты, вам дорога.
Нам не горит. Пилот, снаряжение Тона позволит нам захватывать цели и выпускать самонаводящиеся ракеты. Это пригодится в бою. Я в какую-то жопу залез или нет? А, нет, все-таки проход есть. Давайте все-таки пройдемся тогда. Крутой мужичок, да? Ну-ка давайте... А, у меня... Да это херня какая-то, редкостная дрянь, да. Нихрена не редкостная. Она медленная, но верно. Зато у нее видели, какая хренотень наверху, которую я нажимаю, вот это. Она не отмечает, но зато лупит. Ух ты, перезаряжаться там. Титан Вальгалл уничтожен. Пилот, продвинуться дальше нам мешают ворота регулирования стока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Сейчас, подождите, я туда стреляю и вылезу. А, цель не захвачена. Здесь нет никого этих уродов. Смотрите, смотрите, срут они каким-то дерьмом каким-то. Вообще нужно ли выходить? Какой, блядь, трясню я какую-то попал, блядь. Оказывается, это химикаты, а я тут шурую, блин, как хочу. Вот затупил я. Где вот он? Значит, надо вот где-то здесь вылезти. Или вообще не надо вылазить? Да нет, вылазить, наверное, скорее всего, надо. А может, вот туда запрыгнуть как-то? Он не прыгает, скот. Да, блядь, Гераков вонючий. Так, а где же здесь проход? Ага, вот наверх туда, да? Давай прыгнувай. Эй, мы тут уютных ливневых стоков, вражеский титан. Отлетело. Ну что у нее там отлетело? Башка или что ли? Титька мягкая, блядь. Я не вижу цель. Да я вижу, зато у вас. Ты такой валялся? Чё-то не взял у тебя. Может, что-то валялось не мое? Вот это летающие сралюхи. Вот это срач кидает какой-то. Ясно, ищем укрытие. Блин, я что-то другое взял. Не надо. Атакую пехоту противника. Кто? Чё, блядь, шакал? Вонючий, блядь. Жопу мне, блядь, встал. Блядь, кто такой? Откуда взялась у меня дудка-то, я не пойму. Пилот, включаю в сонарный пульсовик. А, у меня патроны, что ли, кончаются за это. Фильтрация опасных отходов. Автоматизированный полигон. Купол 1. Никого? Так. Куда нам надо? Я каждый раз ищу, куда идти. Ёх ты, блин, вот эта скорость. Вы видели нам? Вы видели? Ребята, господа. Вы видели, блядь? Это вообще какой-то шакал в руках нам. Вот это дудка, блядь. Да нас дует сейчас всех тут, ну. Я сейчас там это... Far Cry 3, Драгон, блядь, заливал. Атакую пехоту противника. Там оружие дрянь по сравнению с этим. Вы видели, прям сносит. Не то что башку, а выкорчевывает прям, да, все.
Так, что надо, я не пойму. Куда ты? Тутку, блин. Как она называется, эта тутка? Вообще скорострелка. Фу, какая-то тресня льется. Вот, стоит, блядь, что-то в жопу мне надувает. Вот это, да, сносит, да? Вы видели, как сносит, блядь? Муски, блядь, летают. Так. А, нет, вот здесь вот. Какой-то автомат Томпсона, блядь. А, это то же самое, наверное, нет? Для ближнего боя. Так, я не понял, куда идти-то? Нет, давайте это. Хренатень, ты чё, куда идти-то? Ничего не показывает. Так, а где у меня карта вообще, наверное? Ничего, вообще не могу разобраться, куда идти. Я все зачистил. Там что-то надо где-то открыть. Кто ударит? Туда вот может надо. Опять я сейчас тресню в эту банку. Смотрите, что-то вообще это опасно куда-то спускаться. Рыбаков-то, а он стоит. Так, что-то я не могу в ситуации разобраться. Как мне это в карту-то перейти? Ничего мне это не дает. А, вон. Так. А где? А, вон он, там что-то показывает. Что это такое показывает? Где? Это вот здесь лежит, а не там. Ага, вон показывает. Блин, надо вон постоянно это нажимать, хренату. Теперь я разобрался, эскейп надо нажать, а потом опять запустить. А, вот, наверное. Тихо-тихо, только не свались в эту гадилягу. Нам мешают ворота регулирования сока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Блин, вообще, да, дудка такая, прям... Прям свистит. Режим техобслуживания. Открытие ворот регулирования сока. Внимание, обнаружили токсичный порыв в главном зале. Закрывается предохранительный шлюз комнаты управления. Чего? Куда мне идти? Пилот, предохранительный шлюз задраен. Следует найти другой выход из комнаты управления. Нам придется разделиться. Понял. Буду искать выход. Ближайший выход, скорее всего, ведет вглубь очистного комплекса. Ладно, разберемся. Отслеживаю ваше местоположение. Рекомендую найти выход. Блин, я думал, тут броня валяется. Тихо-тихо, ты, блядь, прилетел. Оп, сюрприз. Сюрприз. Жесть. Жесть моя жестянка. Ну ни хрена не дают патронов, понимаете? Мы оставим ее на потом, когда будет шобла. Внимание! Говорит Кейни. Друзья из АМС не ополчение. Я думаю, ударился во что-то. Это черт тут стоит, блядь. И куда мне дальше? Чертил, встал, блядь. Куда я полезу? С башкой у него явно не лады. Согласен.
По показаниям сканера, источник где-то в этом здании. Не будем зря тратить время. Эх ты, все разбился. Я только в последний момент увидел, что там стена, блин. Ты кто такой? Ты кто такой, блядь? Встал тут, блядь. Мешок с говном. Да что ты, блядь, а? Все, блядь. Куда он тут прыгал-то? Дурил этот картонный, вон он. Блять, промазал на. Обезьяны, блядь, забегали. Все, блядь, сейчас мне. Блять, накуренный. Кто-нибудь видит, цель? Да, только потратил зря на этих, блядь, патроны. На, вгрызло тебе, блядь, тупица, блядь. Стоит, ждет меня, их тупорез, блядь. Если... Блядь, я, по-моему, чуть-чуть не провалился нас туда, вы видели, блядь? Вообще миллиметр меня там спас, нас. С этими стенами вонючими. Я говорил, говорит, тут... Говорит ЕНО-3, 9-й флот ополчения. Мы держим оборону под напором, блядь, на пролом тут надо. Новая тяжелая пехота! Мы в ловушке! Пилот, я обнаружил бойцов ополчения на пути вашего следования. Им может потребоваться помощь. А я в рекане. Я же говорил тут, блин... Ну бегом, бегом, всю игру бегом здесь. Это наш пилот! Капитан, у нас тут пилот ополчения! Не стреляй, тут это РСП, посмотрите на шлем. Че вы тут встали-то, блядь? Все, встали, пошли. Рад видеть своего, сэр. Давай за мной. Давай, друган, что ли? Да это не мой друган, блядь, какая-то свинья, блядь. Зашла, блядь. Блин, у меня патрон кончается, ребят. Чё дальше-то, я не понял. Мою дуделку. Опять это тоже, блядь, прикалы. Так, ну чего, дальше где? Так, опять задание вот так вот смотрим, да? Где цель? Чего? Найти способ. Чёрт, добраться. Как мне добраться? Где мой боец? Так, я вот оттуда пришел, или оттуда, да? Я уже запутался, я черт не знает, где там мой должен быть? Вот она, дудка-то опять. У меня их сейчас две, похоже. Подкрепление прибыли! Из одного человека подкрепление. Эх, тупицы, блядь. Я один, подкрепление. Вот друган сейчас придет мой, да. На жопу вас посадит. Вернее, их, а не вас. Опа, дружки, блядь. Подружки, блядь. Прям вообще сносит, блядь, от пуля. Кто там еще на новенького? Опа, заполнилось. Надеюсь, патроны там не прибавились. Хрен там прибавился, блядь, а не патроны. Бьет все, сбил все-таки. Где он? Боковая линия, что у вас? Бережи его, проверь у тебя! В
вообще, мне кажется, дробовик здесь вообще пока ни к чему. Все мне эти дробовики дают. Нахрен мне они обосрались. Дробовики. Пистолеты и дробовики. Здесь нет. Здесь дистанция вся близкая. Господи, так я сейчас. Там он пиликает, блядь. Че ты скотина там стрельнула? Так, погодите-ка, опять надо разобраться в ситуации. А, ополченцы. Кто там это пулькает, блядь? Давайте выйдите сюда. На вашу рожу посмотрю. Кто тут пулячит? Туда он, наверное, надо пробиваться, на ту сторону. Ты смотри, смотри, тут какую-то кишку бросили. Я сейчас сдохну с ним. Так, мне надо туда прорваться. Все-таки, наверное, здесь, вот через эту. Внимание, возле этой обнаружено. Прыжки эти вонючие. Иногда просто до усрачки не доедает. Пилот нас... Заткнись. Они сейчас меня разбомбят. Здесь вот никто не спрятался. Кто не спрятался, я не виноват. Че, мерзавцы, где вы? Вражеские пилоты сейчас. Я здесь. Сюда идите. Пилот меня... Подарочек я вам там оставил, ублюдки, блядь. Разбор будет, блядь. Вот она, блядь. Песня, блядь. Эх ты, срется, он срется, вы видели? Срется. Ну, в смысле, взрывается, блядь. Себя, блядь, ходит. Опять там кто-то. Ну чё, кто на новенького-то? Ну, давайте, где вы, желтомордые, блядь, обезьяны? Так, давайте опять посмотрим. Ай, яврика! За мной не прыгайте, блядь. Я иногда раньше смотрел, блядь. Люди играют, блядь. Сам прыгал. Но я смотрю в тех случаях, когда у меня нет... Чуть неисправный компьютер или еще что-то. Куда дальше-то, я не пойму. Сосать не могу. Замечен пилот, враг. Пилот, откуда вы знаете, что я пилот, блядь? На мне написано, что ли? Блин, конечно, бы вот из винтовки надо пульнуть, блядь. Ой, ты. Ничего себе лупит, блядь. Вообще тоже две пушки я взял, блядь, супер пушки. Просто, блядь, какой дряни не надо больше. Пару таких пушек и все. Что-то у меня граната вообще не взрывается, но. Через год они взрываются. Ну какая-то кишка, блядь, летела. По-моему, ребята, надо немножко прибавить эту яркость. Я уже ни черта не вижу, а вы, наверное, уже тем более. Но... А по-моему, яркость изменилась. В чем это дело, блядь, произошло? Ты все равно ни хрена не видно. Ну ладно, будем так смотреть. Опа! Сюрприз! Ребятки, блядь. Вот это стекло, я думаю. Почему он стреляет там, я не пойму. Почему туда не залетает эта штучка? Бриллиантовая моя. Ну залази, что, не залезешь ты здесь?
кстати, 71 патрон остался. Может, что-то другое взять? Так, ну чё, куда идти-то? Я не пойму. Назад я пошел или вперед ли? Титан класса «Авангард» и пилот из РФП убивают бойцов из АМС. Кто бы ты ни был... Пошли вы нахер. Смотри, смотри, блядь. Мерзавцы, блядь, вонючие. Блядь. Целый шобла тут идет. Шобла целые, блядь, ёпта. Казадоев, блядь. Я вижу пилота, вон там. Вижу, жопу рыжу. Патроны дайте мне, блядь, капитан. Я не вижу, куда идти, ну. Здесь все закрыто. Что они там пуляют, я не могу понять, а? Что это за дресню они там кидают? Какую-то хренотень. То ли дохнет кто-то рядом со мной, то ли они кидают. Пилот сейчас там! Я не вижу цель! Я не вижу, куда прыгать, вот это я не вижу, блядь. Ни хера не вижу, блядь. Фонарем не могли обеспечить этого придурка, блядь. Пилота, блядь. Вообще не знаю, куда я побежал, куда я полетел, блядь. Давай быстрее отсюда вылази меня. И обратно прилетел. Так, надо голограмму включить, наверное, все. Нет, включается. Куда же идти-то? Как идти? Пройти туда? О, оказывается. Я думал, оно само поднимается. Оказывается, их поднимать надо. Вы что, обалдели, что ли? Я только об этом узнал. Кто-нибудь видит цель? Куда делать? Не вижу его. Проверьте у себя. Вон туда можно перепрыгнуть, как бы. Ну, стена-то я здесь не... Тихо, тихо, ты угомонись. Нет, не девать. Куда-то попал я, куда, черти знает, туда ли я иду, или обратно надо идти. Где это, базарили эти черти, блядь. А, вон там я был, да, все правильно я перепрыгнул, наверное. Замечен, вообще сносит, блядь. Вот это оружие, я понимаю, а то гиперпанк там пук-пук, пук-пук, блядь, пук-пук. Я уже сам стал пук-пук, пока это хренотень, блядь, вонючий, блядь. Убьешь кого-нибудь там, одного человека. Пук-пук. Вот, вот такая жизнь должна быть. Любую броню режет, да. Пилот, соблюдайте осторожность. Как резак. Ты тоже беги. Где находишься? Иду вдоль грязевого потока. Впереди я тоже иду течение, здесь. Течение, что указывает на выход. Двигайтесь дальше. Куда дальше? Дальше нельзя, яйца мешают. Ну, куда идти дальше-то? Я вообще ни черта не вижу, блядь. Что-то тулик. Блядь, у меня, наверное, не 140 Гц, наверное, стоит. Что-то, может, сбилось, ну. На весь экран. Что надо-то, я не пойму, ну. Ну что-то совсем не видать ничего. Ну. Потемки, блядь. Все равно не видно. Может, я не сюда иду? А, вот он сейчас показывает, дурак. Ну давай, что, запускаю я. Да, вон куда. Да как я так сделал? Как ты сделал, вы видели? Как ты все-таки умудрился, блин? Придурок. Я половина игр вообще на халяву, блядь. Мастерство не пропьешь. Где этот чурбат, блядь? Давай показывай, куда опять бежать. Наверное, на ту трубу, блядь. Поднялся, блядь. Блин, вообще беда бедовая. Пилот,
еще немного, и наши пути пересекутся. Да пошел ты нахер, мне уже надоело тут эта трясня ваша. Прыжки в темноте, блядь. В темноте в потемках я пулячусь. Летаю. Вообще, знаете, куда идти, кто... Кто ему тут подсказывает? Кто мне подсказывает? Черта никто не подсказывает, ни карта, ни хрена ничего. Опа, патроны. Так, а у меня другое оружие, тоже патроны взять? У меня две дурки. С этого пульта можно перекрыть поток грязи в следующей камере. Помечаю цель. Вообще, блядь. Вот это стрельба. Прям ощущения, блядь, обалденные. Вон он стоит, чурбан-то, блядь. Че ему там надо-то? Че-то надо ему. Ну вот как они не могли продумать вот эту карту каждый раз? Кнопку карты не могли сделать. Каждый раз я должен в Escape нажимать и вот это вот делать. Ну это что это безобразие? Я разобрался только на втором часу. Да что ты уперся-то, блядь, балбес? Вон этот клоун там стоит, блядь, дверь никак не отремонтирует. Вон мерзавец, блядь, тупорылый. Игра просто, блядь, насмерть шустрая, нахуй. Тут один играешь, как будто, блядь, толпой играешь. Куда он стреляет-то, дурак, блядь, бестолковый. Эх ты, блядь, ребятки, не туда я кинул. Вижу, отходим! Забросаю вас гранатами. Блять, какие черти, блять, вы видели? Скалолазы, блять. Раз, блять, круть, верт, верт, круть. Блять, ниндзя, нахуй. Вонючие. Вот в седалище меня лупит, блять, вот этот черт. Блять, влетела башка, да. Каска, блять. Иди сюда. Где он? Потерял свое оружие, блять. Подожди ты, говно какое-то я взял. Дайте мне подобрать то, что мне надо. Вот оно. Да. У меня еще одна такая есть. Та, по-моему, даже круче. Ну-ка. Этот пуляк еще, по-моему, страшнее. Страшнее и страшнее. Патрон. Так, гранаты подобрать. Вот и выбирай тут гранаты эти. Кто-нибудь его видит? Никак нет, не вижу. Я вижу. Цель обнаружена там! Где этот барбос бегал, побегал и убежал? Да? Так, давайте определимся, куда нам идти. Я даже ни разу не использовал это, невидимку, блядь. Че я на легком играю? Ах ты мерзавец, блядь. Как ты посмел, блядь? Брось меня тресню в эту. Что такое? Вот это что такое? Вот это, наверное, нажать. Я бегаю, трачу. Переключение системы фильтров насоса. Аварийная. Вы задрали уже с этими насосами и не знаю. Где? Нате, выкусите, блядь. Меня не взять живьем, блядь. Цикл остановки насосов 20%. Я ой, я помню эту хренотень. Все точно, вот это место говеннейшее, блядь. Они мешают работе моих системных. Да пошел ты нахер, блядь. Вот иди сам и борись с этой мерзостью, блядь. Они сейчас задерут меня тут, блядь. Я их ненавижу, блядь. Ну, их мало. Это потому что я на легком играю, их мало. Они бегут и бегут, бегут и бегут, эта мерзость. А может она еще и побежит сейчас. Я уже знаю, куда прятаться. Вот это я место хорошо помню. Эти пузыри вонючие. Вот он сейчас подобрал гранату или нет? Вон они опять. Видите, они что делают, блядь? Мерзавцы, блядь. Клещей, блядь. Трещей вы, блядь, выпускаете, а не клещей. Уроды вы вонючие, да. Блядь, гранату из-за вас потратил. На, вот ты их, что ли, там запускал их. Я тебя запущу. Бля, хорошо, у меня это оружие нормальное, блядь. Реально, блядь, человеческое.
Блять, я на тебя патроны, сука, истратил. Мерзавец. Ну сколько вы там будете бежать-то, блядь? Где вы? Идите сюда, все, постройтесь тут, нахер. Ублюдки, блядь. Надоело мне вас ждать уже. Ой, он где-то крадется еще. Опять у клещей, блядь. Дрещей ты выпускаешь, а не клещей. Надо их отстреливать, надо, с котовкой. Вы видите, что они делают? Эти вот ужастиков, блядь, выпускают. Дрещей вот эти, блядь. Вон одна, блядь, крест... сука, успела, блядь. Она, блядь, сразу полжизни нас забирает, мерзостно. Реально. Я помню, они в две или три, и все, наглухо, блядь. А их еще мало, это мало их. На другом уровне их еще больше, блядь. Там и ртом, и жопы их надо пулять, блядь. Надоели, блядь. Дайте мне оружие нормально. Блядь, вот видели? Все, на жопе я. Эх ты, блядь, от себя подорву, блядь. Все, я уже одну пульку истратил. Сейчас я сдохну. Вот тебе и на слабом уровне. Да они и на слабом срутся. Вон они, вон и кто это там бежит, блядь? Заботяга, блядь. Цикл остановки насосов 90%. Ё-моё, ещё только 90%. Я уж думал, все, я тут выиграл. Матч. Они там опять бегут, эти саранча, блядь. Вонючие. Через какой они проходят? Цикл остановки насосов завершён. Конечно, блядь. Установлен визуальный контакт с пилотом. Начинай огневую поддержку. Давай, колбась все эту шоблу, блядь. Надоели они, как собаки, блядь. Самое главное, чтобы эти... Пилот, повторяю, в плюс к дряни, она не сралась. Клещами, блядь. Я говорю, здесь... Игра просто, блядь, сумасшедшая, нахуй. Не для телят, нахуй. Именно вот для любителей шутеров, блядь, всем посоветую. Блядь. Всем, это лучший шутер, блядь, я считаю. Лучший. Я обнаружил выход на этой стороне. Сюда. Он одиночка, а играешь как будто в сети, блядь. Так, как к тебе прибежать-то, нахуй? Подожди, я вот сейчас по трубе приду. Стой там, никуда не уходи, блядь, он сейчас в эту тресню в этом упрется, наверное. Провода, блядь, не дай бог. Потом опять переигрываешь, что ли? Давайте посмотрим. Как его позвать, эту дотику, блядь? Дот, иди сюда. Вон, здесь еще, может, туда запрыгнуть. Там тоже, по-моему, эти провода. Почему это, как его... Чурбан, блядь, не идет сюда, я не пойму. Ему мозгов, что ли, не хватает? Я боюсь туда прыгать. Где он там застрял, блядь, а? Ну и ты, тюфяк, блядь, встал там. Режим пилотирования включен. Черт знает, где встал, блядь. Куда идти-то? Нагнись, пригнись. Он пригибается? Директива номер 2. Выполнять задание. Пригибается, это черт. Продолжить большой. Спецоперацию 217. Покуп он, блядь, стоит, чё. Такой детиной, блядь, хожу со своей маленькой переулочкой. Вот бери это, чё, блядь, жрать. Так, ну туда наверх, что ли, надо? Не поедешь ты вниз? Кейн, господи, я тебя не приглашал. А этому ты умрешь. Да-да, иди сюда, тупица, сейчас я тебе. Ты еще из титаном РСП класса авангард. Ребату, блядь. Ого! Одобряю! Повеселимся, салага! Давай.
защиту снял, нет. Пилот, не наступайте, вы уже зарядка. Они очень яркие. Ядро залпа готово. Вали, салага, просто вали! Я тебя рано или поздно. Кто это такой? Вот? Ну-ка его нахер, блядь, на жопу, блядь, сажай. Вот это мощный, да? Чурбан-то, блядь, мощный какой-то. Где он? Салага, я с радостью отберу твоего титана. Идите сюда, урод, блядь. Смотри, смотри, он, блядь, не поддается, блядь. Чурбан, блядь. На тебе вгрызло, блядь. На, блядь. Дрищешь, блядь. Урод ты вонючий, блядь. Дрищит он, смотрите-ка, блядь. Реально дрищит он. Вгрызло-то я ему посильнее я его, блядь, вгрызло когда бью. Чидан включить, блядь, последнее. Отлично, пилот. Пилот, рация в шлеме Кейна все еще работает. Я возился, по-моему, дольше с ним. Хотя навык у меня был лучше, чем сейчас я играл. Потому что мне было сложнее проходить. Поэтому я до этого места нашел, наверное, часа через два. А не как сейчас, через полтора. Вот это возьмет он. Чего это не замешал? Кейн, наши наземные отряды разбиты. Тупица, блядь. Дай-ка сюда шлеп, блядь. Гамма-6 вызывает сигнал. Экипаж класса «Авангард» прорывается. Забирай. Через комплекс. Прием. Прием. Я, по-моему, это не делал в прошлую часть. А может, делал, черт. Где ты мой-то? Нет, не мой этот. Слон, это близко. Давай, кукушник. А почти открывай. Запечатали ковчег. Пора готовить драконис. Есть. Схватило трех ополченцев. Что будем с ними делать? А, убей их. Нет, не надо! Иду. Конец связи. Расшифровка вражеских переговоров всегда играла важную роль в войнах. Это даст нам преимущество. Чтобы выжить, нам придется продолжить движение. Робот его учит. Так, до чего откатились? Так, дальше, наверное, будет. Майор Андерсон пошел этим путем. Возможно, так мы сможем сократить дорогу. Рекомендую выбрать этот путь. Как скажешь, так и будет. Давай все следующие. Давай. Включен режим пилотирования. Смотрим под ноги. Чёрт такой, блядь, да? Блядь, минуты не может помолчать, блядь. Пацана нашел какого-то дурака, блядь. Посадил в брюхо. И умничал. Да? Куда идти-то нам? Давай, умник, блядь, вонючий. Ну чё, подождите-ка. Подождите-ка, чё там я схватился, блядь, за какую-то корягу, блядь. Так, где у нас мощность? Какая тут? Что тут это делает мне? Огнемет какой-то я взял, да? Куда вот идти-то, я не пойму. Эш, это близко, как слышишь, прием. Это Эш, слушаю. Кен не отвечает. Похоже, пилот из ополчения рвется в герои. Видимо, идет к вам. Убейте его. Понятно. Да что вы говорите, блядь, безумцы. Трубадуры, блядь. Кто же поехал? Не уедете без меня, не уедете.
какие-то ветки. Что такое за говно я взял? Перенесать. Эй, куда ты меня потащил, тварь, блин? Погодите-ка, тут дрянь какая-то. Вот пустые эти вонючие, блядь. Не понял я, блядь. Кусты эти меня забили. Такую лошадь, блядь. Забили какие-то сраные кусты. Чё-то оружие, по-моему, самое первое, самое нормальное было, блядь. Да подождите вы, тараканы. Дайте мне это. А, вон он, огнемет. Здесь вот, наверное, получится огнемет. А, он просто жгет. Жгет он просто. Сюда надо. Давай там разанимайся сам. Я пока разберусь. Нужно попасть туда. Давай, давай, ты, у тебя лучше получается, чем я там в тебе беременная лошадь. Брюхи у тебя. Чё, ты всё, что ли, там? Завалил? Нет, запрыгнул. Режим пилотирования. Меняем эти дудки вонючие. Где у меня было нормальное оружие? Это самое первое, блядь. Поменял я, видать, на этого. Но это тоже неплохое оружие, но оно лучше для крокодилов. А для мелочи не очень. Цель не захвачена, черт не знает, как это захватить. Да одного человека, блядь, три патрона я потратил на этого ублюдка за одного. Обнаружен титан РСП класс авангарда. Разрешаю огонь. Где эти, блядь, шутомозные? Топтал он там, нет. Прости, пилот, дальше ты не уйдешь. Как тебе это, ополчение? Сильное повреждение корпуса. Все, надоело эта трясня мне. Где этот боец-то? Чрезмерные повреждения, опасность. Вот тараканы, блядь. Кто здесь шутит, блядь? Уроды вы вонючие, блядь, мерзавцы. Чрезмерные повреждения, опасность. Будем отсюда, блядь. Сейчас затопчет они меня. А, вон тут эти. Блядь,
Да вот эта голышня, блядь, вонючая, на, достала меня уже, на. Мелкая мерзость, блядь. Вовремя, да? Я эту хренотень применил. Да. Просто повезло мне, блядь. О, какая-то дресня еще одна. Что-то, может, посерьезнее будет? Брут, ну-ка давай, брут, блядь. А вот грузовой лифт на погрузочной площадке сократит путь. На вашем дисплее помечена панель управления. Куда вы, блядь? Говном этим сейчас они тут мне шарахнут в башке. Ну. Как туда пройти-то, я не пойму. А, может он зацепить меня должен, дурак. Ну давай, чё? А, куда ты полез-то, блядь? Режим пилотирования. Не знаю. Давайте, ладно, так пойдем. Посмотрим. Как туда разве прыгнешь, что ли? Через говно мы перепрыгнем. Что-то я не могу всосать эту хренотень. Я думал, он возьмет меня и туда потащит, а он что-то не тащит меня. Дальше мы продолжим только на грузовом лифте. Помечаю на вашем дисплее панель управления. Последний момент, кажется, как будто он сейчас не добежит. Ну, по крайней мере, здесь круто, блядь, это, блядь. Классно они, блядь, здесь добегают, блядь. Ты не ассасин, блядь. Как его там? Ассасин или как его? Подождите. Не ассасин, а этот, как его? Принц Перси. Принц Перси там, блядь, он иногда не добегал, блядь. Что это такое за мина какие-то? Так, все. Да, назад пойдем. Пилот, мне нужна помощь. Да ладно, заткнись, ты иду я. Будешь сейчас ныть-то, блядь. Куда ты залез-то? Ё-моё. Место проникновения, погрузочная площадка 13. Блядь, теперь я туда могу бежать. Пилот, я не могу высвободиться. Да подожди ты нахрен, сейчас он тебя сбросит, этот дурак там, куда-нибудь. Вот такие дела, ребятки. Я уже весь мыли. Я говорю, здесь движуха, бля, полный... Пилот. Пилот. Нужна поддержка. Похоже, автоматическая охранная пилот, система поймала Титана. Нам же меньше работы. Ну, давайте, ладно, на этом остановимся. Хочу всех поблагодарить, кто заходит на мои каналы. Большая благодарность тем, кто переходит на YouTube. Смотрит на YouTube. Всего доброго. Берегите себя. До новых встреч.